Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Предприятия области получат льготу по налогу на имущество. Это коснется 15 представителей обрабатывающей промышленности, энергетики, связи и химического производства. Они реализуют 29 инвестиционных проектов. В 2017 году эти предприятия вложат в проекты более 100 миллионов рублей, сообщают бизнес-новости в Кирове со ссылкой на региональное министерство экономического развития. Сумма преференции составит 262,5 миллиона рублей. При этом ожидается, что бюджет у региона предприятия, получающие льготы, в этом году принесут почти 2 миллиарда. Программа «Экономика». Должники вернули бюджету Кирова более 5 миллионов рублей. С 12 крупных неплательщиков, которые задолжали 22 миллиона по налогам и 6 миллионов по взносам во внебюджетные фонды, городские чиновники потребовали объяснений и пригласили их на комиссию в администрацию города. В результате 9 организаций добровольно погасили задолженность до заседания комиссии. Сумма дополнительно привлеченных в бюджет денег составила 5,5 миллионов рублей. Во внебюджетные фонды поступило 1,5 миллиона. Остальным неплательщикам установили жесткие сроки для погашения долгов. Экономика на 101 FM. Работникам Победилова не выплачивали зарплату. Последний раз 203 сотрудника аэропорта получили ее 28 февраля 2017 года. Этим фактом заинтересовалась транспортная прокуратура, после вмешательства которой долги перед работниками, а это 2 миллиона 700 тысяч рублей, руководство аэропорта погасило. В отношении гендиректора Победилова и юрлица возбуждены административные дела и наложены штрафы в 50 тысяч рублей. Доллар сегодня 56 рублей 98 копеек, евро 62 рубля и 4 копейки. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.